Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор эфирного масла черного перца. Эфирное масло черного перца – это превосходное антицеллюлитное средство, применяя которое можно значительно облегчить процесс восстановления здорового вида кожи после ожирения. Черный перец оказывает также противовоспалительное, антимикробное, антисептическое и мощно тонизирующее косметическое воздействие, поэтому масло перца – эффективный компонент косметики для проблемной кожи. Применяется в кремах и спреях для ног, когда возникает проблема неприятного запаха или чрезмерной потливости. Еще это масло часто используется в массажных смесях, как стимулирующее кровообращение и разогревающее. Косметический эффект таков. Является маслом для специального, а не ежедневного применения. Целебно действует на проблемную кожу, оказывает антисептическое, антибактериальное действие. Масло имеет заживляющие свойства в комплексе с регенерирующими эффектами, поэтому может подсушивать герпес, снижать или устранять проявление бактериальных и вирусных дерматитов. Эффективно против угревой сыпи. Перцевое масло имеет согревающие свойства, поэтому применяется в спортивной косметике, а еще в мазях при ревматизме или артрите. Масло перца – прекрасное средство ухода за волосами. Оно способствует снижению и прекращению потери волос и укрепляет структуру фолликул волос. Компонент антицеллюлитной косметики прекрасно способствует расщеплению подкожных жиров и оказывает лифтинговый эффект. Вот такой бутылочке мы отправляем эфирное масло черного перца нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!